членов нашей секции. Он раньше был монументальной секцией, но вы сами видите, что он прекрасный живописец. И самое место ему будет именно в нашей секции. Он так считает. Вот сделал хорошую экспозицию, и вы видите, что и пейзажи, и портреты очень интересные, очень острый художник, как он современный художник, такой по-настоящему. Современный не потому, что он какие-то там инсталляции делает, а потому, что он видит эту жизнь, которая его окружает. Посмотрите, сколько он из Протвино, сколько серпов, тарусы. Это вот его родные места, которые он рисует. Эти машины, эти старые брошенные корабли. Очень интересный, замечательный просто художник. Вот что я могу про него сказать. Он очень хороший человек. Я думаю, что мы сделали очень правильно, когда его взяли к нам, что он будет и активно в нашей общественной работе участвовать. Я тебя все еще поздравляю, дай Бог красиво. Алексей Николаевич, давай. Ну, так жизнь сложилась, и судьба, я помню Федю еще в институте. И вот его работы еще институтского периода, но они, вот насколько я их помню, он учился в мастерской Татьяны Григорьевны, я помню его диплом очень хорошо, и вот уже тогда, ну, на мой взгляд, уже у него был заложен такой интерес вот к тому, что его окружает, к той жизни, которую и он живет, и которая бурлит вокруг. И вот этот какой-то художественный накал вот самого интереса к жизни, и это, мне кажется, составляет вот основу его творчества. И вот мне, как зрителю, просто всегда интересно смотреть его работы, они какие, это же реакция, живая реакция художника на жизнь. И вот интересно, что вот Федор, он, по-моему, все время в каких-то поездках, все время в пленэрах, и у него география его поездок творческих очень широкая. Вот, он и в Париже пишет, и в российской глубинке, и в провинции, и в столице. И вот эта творческая активность, она дает свои плоды. И вот то, что мы видим сегодня на этой выставке, мне кажется, это маленькая часть только того, что Федор напахал. Вот. И очень как раз приятно каждый раз встречаться с его новыми произведениями, потому что он настолько живо откликается на то, что он переживает и видит, что каждая его новая работа, она с какой-то новой стороны его показывает. И вот я с большим интересом посмотрел вот и эту выставку, и предыдущие видео, я хочу сказать, что, ну, мне странно, каким образом Федя, закончив мастерскую станковой живописи, оказался в монументальном, в монументальной секции, но это какие-то там дела. Но мне кажется, что он по складу дарования такой, ну, настоящий станковый живописец. И, мне кажется, что это очень естественно, что он и в нашей секции, и выставляется там, где наша секция базируется, где здесь всегда был раньше комбинат живописного искусства. Это сердце московской живописи. Вот. И мне кажется, что очень хорошо, что вот такой относительно молодой и энергичный художник выставляется
в этих стенах. Спасибо тебе и всего самого хорошего на твоем творческом пути и развитии. Поздравляю. Ну, я недавно сравнительно познакомился с Федором, и он мне очень понравился. Я его тут же пригласил на наши пленэры. И вот первый пленэр, он тоже у нас участвует в нашей поездке. Это очень хорошо. И ощущение такое, что ниоткуда он не перевелся, это был наш человек. Всегда. Просто, да, всегда был здесь. Вот ощущение такое, что он всегда был с нами. Просто, ну, поездка какая-то была туда, сюда, да, в общем. И вдруг ты вот пришел в родное гнездо, так сказать. Вот именно такое ощущение. И я надеюсь, что оно так дальше будет, и что ты просто будешь, так сказать, вот еще больше нашим. Я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо. Замечательная выставка. И здравствуйте всем. Я из администрации первого образования МАХУ. 1905 года буду выставлять, мы потеряли этот бренд, очень жалко, бились у него. Но все говорят, он ваш. Да ничего подобного, он наш. Кто его вырастил? Кто его выпистывал? Кто вам на тарелочке подал? Вот, ваш стакет. Мы вам все готовы, а вы уже потом делите. Наш, не наш. Наш. Мы его растили. Кто его растил? Мы. Я мы его воспитывал, в том числе и я. Кто его откопал и нашел? Мы, в том числе и я. Поэтому я очень рад. Я очень рад, что получил приглашение на дальнюю выставку. Я как учительница первая моя, да, примерно 1905 года, это всегда останется на всю жизнь. Первые, те бесшабашные, студенческие, когда не обречен ни женой, ни детьми, ни прочими родственниками. Вот эта бесшабашная молодежь, я это помню, группу помню. Но в отличие он был спокоен. Ну, были, конечно, своеобразные вещи, но в основном хороший мальчик был. Вот, поэтому восприятие, вот мое личное восприятие о том, как он учился, как он поднимался, как творческий рост, самое-самое очень хорошее. Поэтому я еще раз поздравляю вас. Спасибо. Со скрытием. Спасибо. Столько наших членов в нашей секции. Это хорошо, что у вас много членов. Вот. И что, конечно, хочется еще подчеркнуть, что, конечно, у него свое индивидуальное лицо, он так, в общем, ни с кем его теперь не перепутаешь. Сразу видно. Дядя полезно. Кто-то еще хочет выступить? Пожалуйста, молчат. Я тетя Федора, родная сестра Инессы, поэтому я пришла заявить, что как бы он ни был ваш, он все равно наш. Я поздравляю тебя с открытием, это действительно замечательно, в таком прекрасном зале в центре Москвы. Я думаю, что вот ты уже вот как бы достиг. Совершенство. Нет, еще до совершенства, у тебя еще все лучшее впереди, я знаю. В общем, успехов этой выставки, замечательный зал. Спасибо устроителям. Всем здравствуйте. Я тут вижу много знакомых и родных лиц, очень приятно, что пришли на эту выставку. Я когда вчера развешивал тут, я понимал, что это такие намоленные стены тут, что тут такие работы, такие художники выставлялись до меня. Конечно, это для меня такая возможность, вы дали такую возможность сделать выставку. Мне, конечно, было очень приятно, очень радостно. И я с удовольствием. Что касается работ, я что-то хотел сказать забыл. Ну, в общем, я, конечно, такой натурный, я вот, начиная с училища, помню, как мы ездили, да, это вот, я не знаю, сейчас вот 1905 год, они там в Италию куда-то увозят.
студентов. Мы после четвертого курса поехали за полярный круг, Кандалакш, Кольский полуостров. Там коронавирус. Да, но это был 2000 год. Это июнь месяц. Мы со Стручковым Сергеем Георгиевичем ездили, да. И это вот такая запоминающаяся поездка была за полярный круг. До этого ездили в Архангельскую область. А потом, когда я поступил в институт, в основном ездили на юга, на Дон, нас в Таганрог ездили, Сиренко нас возил. В общем, в основном в Южный Краснодар. И когда я закончил в 8 году Сурьковский институт, у Татьяны Григорьевны, да, все нормально, защитился. Вот тут, кстати, я такой ретроспективный немножко сделал экспозицию, там с гитарой натюрморт, это еще времен моей учебы. Татьяна Григорьевна Заренко. Да. Я думаю, вот я сейчас более-менее отдохну, буду, поеду свое проклину, буду расслабляться. Но вот тут-то было, меня пригласили во Францию в 2009 году, на юг Франции на 2,5 месяца. Я уехал туда, там 70 километров от Тарна. Так как Ван Гог, можно сказать, мой, наверное, любимый художник, они сказали, что будет жить 70 километров от Тарна. Я, конечно, туда поехал и объездил там весь юг, начиная от Перпиньяна и до Ниццы проехал, там, подружился с ребятами. Потом в 2011 году поехал в Сите, в мастерские, тоже на 2 месяца. И это, конечно, на меня большое влияние французы произвели, так сказать. Потом в Италию уехал, тоже это все 2011 год. Ну, а потом начал по России ездить, с тверскими художниками познакомился, с ярославскими. И с ивановскими, и, в общем-то, у меня вот ну, по 8, по 10 пленэров я с апреля по ноябрь все время в поездках приобрел автомобиль, теперь на автомобиле везде большие хвосты, это все написано с натуры. Помимо пейзажи, я вот эти всякие трактора, это не по фотографиям, я вот с такими холстами и в дождь, и в снег, и в ветер становлюсь, пишу, и в жару, вот сейчас жара была в июне. Я был в Оржеве, был в Вязьме. Это май был жаркий. Я вот там вот автопортрет в шляпе с черным лицом. Это я специально. Это жара 30 градусов, а мне от солнца приходилось свитера одевать, куртки, чтобы просто солнце не задавало. Выстаю по 6-7 часов, пишу такие посты. Ну, у меня просто такая, я по фотографии ну, не могу, не получается. Поэтому это все, я такой натурный. И слава Богу. Да, и вот докатился до того, что вот, делаю здесь замечательных этих стенах выставку. Но я не ожидал, что сегодня столько придет людей, столько замечательных, уважаемых художников, мной уважаемых художников, я думаю, все. И вот, я думаю, что мы, наверное, сейчас еще там за столом, за фуршетом пообщаемся. И я очень рад и благодарен Московскому Союзу за такую предоставленную возможность здесь сделать выставку. Это была выставка в Тарусе, но еще не в нашем доме творчества, он еще тогда не был готов, а был в Тарусской картинной галерее, но вот там. Завсегдатай в Тарусе часто бывает. Будем делать выставки, мы тебя туда с удовольствием приглашаем. Ну, еще хотел. Еще раз. Да. Давай еще хотят давай. Давайте, давайте. Михаил Пинчаров, мой друг, я надеюсь. Да. Но у нас есть такая семейная карма. Значит, мы благодаря семье Помилова стали посещать выставки, смотреть картины. Ну, на самом деле, мы просто дружим с этой семьей, так судьба нас свела где-то лет 20 назад примерно, и с тех пор, ну, я уже говорил, может быть, и вот в этом похоже, что вы смотрите картины, а мы среди них живем, то есть у нас по несколько картин, которые Федя в свое время дарил, развешаны на даче, в Москве, в Петербурге, и, собственно, мы как все время находимся в состоянии да, посещения картинной галереи. А вообще мы очень любим, очень ценим это, любим Федю, ценим дружбу, которая значит, у нас сложилась. Сейчас немножко, может быть, реже встречаемся, потому что интернет, можно посмотреть на сайте, посмотреть значит, в Инстаграме, в Фейсбуке, где что происходит. Но, слава Богу, что ты нас не забываешь, приглашаешь.
Поэтому спасибо и всех, ну, хочу поздравить с праздником, потому что это, ну, как бы событие такое для определенного круга, для друзей, для вас мы все здесь собрались, планировали, это здорово. Петя, спасибо, что ты нам этот праздник устроил, спасибо организаторам, которые помогли. Ну, с открытием. Приглашаю всех к столу. Спасибо.